Сегодня с вами будет Нелли Литвак. Правильно все сказал? Да, я боюсь все время ошибиться в фамилии. Давайте поаплодируем. Профессор математики, институт... Университет Твенте, Нидерланды. Университет Твенте, Нидерланды. И Андрей Михайлович Райгородский. Это вообще такой столб математики. Если вы вдруг, не знаю, попали в МФТИ и решили заниматься математикой, вы его встретите, решили, не знаю, в МГУ заниматься математикой, вы его встретите, в Яндексе решили математикой заниматься, вы его снова встретите. Это вот, в общем, два великолепных человека. И я больше не буду вас отвлекать от них. Передаю вам слово. Спасибо большое, что вы сегодня с нами здесь. Спасибо. Так. О! Работает прекрасно. Я вот не был уверен, что сейчас включится этот самый микрофон. Но я прошу прощения у звукооператора. Я зря сомневался, конечно. Все супер. Вот, товарищи, ну, мне на самом деле тоже, конечно, очень приятно стоять в этой аудитории. Хотя, на самом деле, в этой аудитории я бывал много раз. Потому что я, помимо всего прочего, как здесь было сказано, являюсь еще и сотрудником этой компании Яндекса. Хотя, действительно, в первую очередь я все-таки сейчас являюсь сотрудником МФТИ. И там возглавляю большую-большую школу математики. Школа — это такой институт в институте. Вот, я не знаю, друзья, для чего вы здесь собрались. Вы хотите услышать анекдоты или хотите послушать что-нибудь про математику? Я думаю, что вам бы хотелось услышать и то, и другое в какой-то степени. Во всяком случае, важно, чтобы мы сделали здесь какую-то веселую, достаточно яркую презентацию. Но я человек такой, я безумно хочу хоть что-нибудь про математику яркое рассказать. При этом презентации, ну зачем мне презентация? Смотрите, какая у меня прекрасная доска. Так, ну, все-таки здесь речь идет о некоторой книге, которую мы написали вместе с Нелли. Вот, и эта книга прозвучала, поэтому я не могу не сказать пару слов об этом. На самом деле, с моей точки зрения, конечно, книга – это в очень существенной степени, если не на почти 100%, заслуга именно Нелли, потому что она предложила эту идею, и она заставила меня это сделать. То есть я написал за свою жизнь очень много книг, у меня больше 20 книг на самом деле. Но они все такие для математически ориентированных школьников, так или иначе. Я очень часто, очень много занимаюсь популяризацией математики, но в основном это делаю все-таки среди целевой, так сказать, аудитории, которая уже нацелена на заинтересованность в математике, на какие-то задачи в этой области. Я езжу как ртуть по всей стране, там, по разным университетам, по всяким олимпиадам, школам. И рассказываю про комбинаторику, которую безумно люблю и считаю, что она действительно прекрасна сама по себе. И при том еще и замечательно прикладная. То есть тут все сошлось воедино. И сейчас вот несколько слов об этом я обязательно скажу. То есть какую-то математику я точно буду рассказывать. Вот. Но если бы не Нелли, на такую книгу я бы точно никогда не сподвигся. Она, в общем, из меня ее вытрясла в конце концов. У меня уже совсем не было никакого времени на то, чтобы ее писать. Но я чувствовал ответственность. Я в это впрягся, я должен доделать, в общем. Вот. И, но я являюсь в какой-то степени автором некоторого количества глав этой книги. Реально являюсь. Вот об одной из этих глав я расскажу. Ну, а про книгу в виде презентации, все-таки, понимаете, я не могу нарисовать книгу на доске, да? Немножко, видимо, скажет Нелли после меня. Вот. Ну, она скажет хорошо. Я в ней не сомневаюсь. Вот, товарищи, давайте я задам такой вопрос. Вот здесь все-таки собралась... Вот анекдот закончился временно. Здесь все-таки собралась насколько математически ориентированная публика. Я боюсь, что за 40 минут я точно никаких теорем не докажу. То есть я хочу рассказать что-то абсолютно такое популярное, может быть, доступное совсем даже не математическому школьнику. Не знаю, насколько мне это удастся, потому что, повторяю, я привык все-таки развлекать катарсисами, как я выражаюсь, школьников, которые знают, что такое математика. А мне хочется, чтобы катарсис сейчас был у тех, кто не знает, что такое математика, и вдруг понял, что математика-то это прекрасно, да еще и содержательно. Знаете, и прекрасно, и содержательно. Прекрасно — это значит, в этом есть какая-то эстетика. Математикой заниматься интересно ведь не потому, что у нее есть приложение.
потому что она просто красивая. Ну а содержательное — это значит, что мы не зря этой красивой математикой занимаемся, она что-то еще дает миру, открывает какую-то истину, благодаря которой, в общем, можно что-то сделать. Но вот одна из глав нашей книги, в какой-то степени написанная мною, значит, это глава о теории кодирования. Теория кодирования – это тот раздел математики, который мне по моей изначальной специальности и по тем задачам, которые я привык по жизни решать, решаю со своими учениками, это наука очень близкая. Это, с моей точки зрения, во многом раздел комбинаторики. А поднимите, пожалуйста, руки, товарищи, те, кто знает слово «комбинаторика». Ага, да тут очень математически ориентированная публика. Теперь, друзья, поднимите руки те, кто считает, что теория кодирования и шифрование – это одно и то же. Никто не поднимет, потому что все чувствуют подвох. Но это я специально сделал. Вот, на самом деле это, конечно, не одно и то же. И вот про это я сейчас хочу поговорить, сейчас мы сообразим. Ну, 40 минут, не 40 минут, полчасика-то у меня есть. Почему это комбинаторика, какие комбинаторные задачи возникают, это же просто потрясающе. Вот что такое шифрование? Что такое шифрование? Это попытка так передать информацию, чтобы никто не догадался. Ну, кроме того, кому вы ее передаете. То есть я передаю информацию своему контрагенту, я должен добиться того, чтобы он получил эту информацию, а никто ее не перехватил по ходу, правильно? Так вот, теория кодирования, она не об этом. У нас есть в книге глава про шифрование, но это другое. Теория кодирования, она не об этом. Теория кодирования – это наука о том, как передать информацию, открытую для абсолютно любого человека, открытую для всех, но по каналу связи, в котором могут быть помехи. Вот вы передаете какую-то информацию, а помехи ее искажают. Как добиться того, чтобы на выходе человек, который принимает эту информацию, сумел понять, что же вы на самом деле ему передавали? Декодировать, как говорят, обратно восстановить эту информацию, несмотря на те помехи, которые были в канале связи. При этом это может сделать кто угодно. И вообще все слова всем заранее известны, никакого шифра. Код – это способ передачи информации, при котором всем все заранее известно, и вся неприятность, которая может по ходу дела случиться, заключается исключительно вот в этих дурацких помехах, которые находятся в канале связи. Все-таки давайте я еще раз попробую поднять руки, попросить. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто знает, что такое теория кодирования. Вот, есть несколько человек. И они, наверное, больше меня знают, но я сейчас буду рассказывать очень простые вещи, а продвинутую математику. Ну, смотрите, вот опять же анекдот. Как должна строиться хорошая лекция, да? Она должна быть сначала понятна абсолютно всем, да? Но там потом, через какое-то время, можно сделать так, чтобы она была понятна только посвященным. Вот три руки было поднято. Но в конце она должна быть непонятна никому. То есть я должен добиться такой ситуации, когда сам не понимаю, чего говорю. Войти в раж и безумствовать. Ну ладно, товарищи, давайте все-таки про кодирование. Вот у меня есть фломастер. Он не перманентный, точно? Но вроде нет. Так. Вот смотрите, есть слово «мама». Представьте себе, что вы его передаете по каналу связи, в котором возможно возникновение двух помех. Вы его передаете побуквенно, то есть одну букву передаете, потом другую букву передаете, потом третью, потом четвертую. И вот за эти четыре действия может случиться не более двух помех. Может случиться беда, и слово «мама» превратится в слово «папа». В результате двух помех тот товарищ, который получает ваше слово, вместо «мама» получит «папа». Ну, конечно, если он в принципе не ожидал получить слово «папа», то он, наверное, догадается, что это была мама, правда?
То есть, если он точно знает, что в том сообщении, которое ему было передано, в принципе не могло возникнуть слово «папа», то он догадается, что это была мама, или не догадается? Ну нет, конечно, потому что какие еще бывают слова? Нет, но вы пытаетесь сделать так, чтобы буквы совпали, а кто сказал, что они совпадают? Важно, что произошло два искажения, но в результате получился папа. Может, это была мама, да? Может быть, это была рама, скажем. Мама мыла раму, да? Вы передаете фразу «мама мыла раму», а у вас и мама превратилась в раму, и рама превратилась в маму, и все. Полный не катарсис, конечно, а бардак. Восстановить информацию в таком виде очень трудно. Но это такая затравка. На самом деле, конечно, по каналу связи никто не передает буквы русского алфавита. Обычно все-таки пользуются какими-то циферками. Но и самое простое, что бывает, это, конечно, передают нолики и единички. Это, наверное, все присутствующие понимают. Да? То есть обычно передают не слова русского языка или какие-то там, ну, неважно, слова на английском языке, на каком угодно. Обычно все-таки передают какие-то последовательности из нулей и единиц. Ну, скажем, вы можете заранее договориться о том со всеми и между собой, и с теми, кто будет получать вашу информацию на выходе, и с любым злонравным перехватчиком этой информации, совершенно неважно. Вы всем открываете, что слово «мама» — это на самом деле вот такая последовательность из единиц и нулей. То есть вместо того, чтобы передавать 33 буквы русского алфавита, каждый раз, боясь получить очередную помеху, вы передаете нолики и единички, то есть самих букв у вас только две. Но искажения по-прежнему, конечно, могут быть. Только если раньше искажались русские буквы, теперь у вас будут искажаться циферки. Возникает вопрос. Вот если вы точно знаете, что в вашем канале связи возможно не более чем две помехи. Например, не более чем две. Можно 10 сказать, неважно. Но давайте для примера, возможно не более чем две помехи. Вот если вы это заранее знаете, как передавать ваши исходные слова с помощью ноликов и единичек, чтобы все слова удалось как-то закодировать этими последовательностями из единиц и нулей, и при этом на выходе получающий смог восстановить информацию, несмотря на два искажения. Передать несколько раз. Ну а вдруг все время будут искажения? Значит, давайте попробуем все-таки понять, в чем проблема. Вот смотрите, пусть у нас слово «мама» уже написано, вот оно такое. Условное слово «папа», мне совершенно не важно сейчас природа этого русского слова, может, какое-нибудь более серьезное слово, такое прям, знаете, все из себя мощное. Вам не нравится слово «папа»? А мне нравится. Вот какое-нибудь такое слово, например, «один», «один», «ноль». Один, так, ноль, ноль. Вот пусть у меня папа будет таким. И я разрешаю две помехи. Ну, разрешаю, вынужден разрешать. Чертов канал, с ним ничего не сделаешь. Вот известно, что в нем две помехи, и с этим мы сейчас бороться не готовы. Вот если в нем две помехи, сможем мы на выходе, вообще говоря, восстановить информацию или нет? Сколько бы раз мы ее не передавали на самом деле? Хоть два, хоть три, хоть 10? Ну, смотрите. Как могут произойти помехи? Может случиться, что вот этот нолик превратится в единицу, правда? Вообще одна всего помеха. Так, у меня на выходе образуется вот такая вот последовательность из единиц и нулей. 4 единицы, 2 нуля. Теперь я передаю папу. И у меня вот здесь, на третьей позиции, случается эта проклятая помеха. Ноль превращается в единицу. И образуется последовательность вот такая вот. Понимаете, в чем несчастье? Вот главное, чтобы вы поняли, в чем несчастье. Если вы не поймете, в чем несчастье, тогда счастье не поймете потом. Катарсиса не будет. Значит, вот у вас всем известно, что слово «мама» кодируется вот так. Всем известно, что слово «папа» кодируется вот так. Теперь на выходе, вернее, из канала связи,
принимающая сторона получает вот такую штуку. Может она сообразить, что это было? Мама или папа, если знает, что возможно вплоть до двух ошибок. Так, товарищи, понятно ведь, что не может, да? Но а как она сообразит? Вот из каких соображений можно догадаться? Из мамы могла получиться такая ерунда, из папы тоже могла получиться такая ерунда. Потому что мы знаем, что могут быть помехи. Даже не одна, а две. Если мы получаем на выходе 4 единицы и 2 нуля, мы знать не знаем, была это мама или была это папа. В чем проблема? Проблема в том, что, зная про две возможные помехи, мы сделали глупость. Мы закодировали маму вот так, закодировали папу вот так и не предусмотрели возможность вот такого слипания этих двух слов в результате помех. Все, на выходе товарищ не сможет никак восстановить информацию. Друзья, поднимите, пожалуйста, руки, кто понимает, что мы дураки. Нет, я не говорю, что мы с Нелли дураки. Мы с Нелли не кодировали ничего, это я сейчас написал. Так, прекрасно, прекрасно. Как же с этим бороться? Ну, давайте по-другому посмотрим. Ой, ха-ха. Девайс-то не самый хороший. Что-то такое. А, вы знаете, я знаю, что такое. Здесь знаете, что должно быть? Здесь должна быть такая штучка, такая, ну не тряпочка, пленочка такая специальная, салфеточка. Просто не губкой надо стирать, а салфеткой, которая одета на эту губку. Но салфетки нет. Поэтому будем напрягаться. Ну что, друзья, где наша не пропадала? Так. Слушайте, а может я переверну просто доску? Гениальный ход придумал. Вот мне предлагают салфеточку. Так, я ее не буду одевать, я ее просто вот так использую. Ну это сильно проще. Сейчас я вам покажу, как надо было бороться с проблемой. Значит, вот смотрите, давайте маму закодируем вот так. Черт. Маму закодируем, это как-то звучит очень неоднозначно. Ну, конечно, обычно папу кодируют. Так, а папу закодируем вот так. Вот в этом месте мне бы презентация, конечно, сильно помогла, но ничего, зато вы все поймете, покуда я тут буду что-то выписывать. Значит, давайте подумаем, что может произойти вот с такой мамой, закодированной, в результате двух помех. Ровно двух. Вот пусть ровно две помехи случилось при передаче вот этих шести цифр. Трех единиц в начале, трех нулей в конце. Что может случиться? Какие возможны варианты искажения вот этой последовательности? Но на самом деле все очень просто. Если мы делаем две помехи, то либо какие-то две единицы превращаются в два нуля, либо какие-то два нуля превращаются в две единицы, либо одна единица превращается в ноль, и один ноль превращается в единицу. Согласитесь, что это понятно? Вроде вариантов больше нет. Но вариантов много, причем я не собираюсь сейчас математически их считать. Мы сейчас их будем просто тупо выписывать. Вот две единицы превратились в нули. Может быть так. Как еще может быть? Может быть вот так. Может быть... Ой, нет. Промазал. Может быть вот так. Все варианты? Не, ну все варианты, как две единицы могут превратиться в нули, правильно? Так, есть еще варианты, как два нуля могут превратиться в единицу. То есть у меня будет 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Все видно? Так, 1, 0, 1. Сейчас мы вот так отделим. Еще вот здесь напишу. 1, 1, 1, 0, 1, 1. И это еще тоже не все.
Потому что есть варианты, когда одна единица превращается в ноль, и один ноль превращается в единицу. Ну, давайте их тоже перечислим. Так, одна единица превратилась в ноль. Это как? Значит, у нас 0, 1, 1, и 1, 0 превратился в единицу. 1, 0, 0. Так, как еще бывает? Еще бывает вот так. Черт, их много. Вы чувствуете, во что я впрягся? 0, 1, 0. Так, 0, 1, 1. Но ничего, я переберу. 0, 0, 1. Кто-то, наверное, догадался, сколько мне еще осталось мучиться. 3 плюс 3 плюс 3. Да, ну нет, я честно все выпишу. Так, значит, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Смотрите, так же, как здесь. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Так, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Потрясающе просто, какая красота. Так, что у меня еще осталось? 1, 1, 0. Так, 1, 0, 0. 1, 1, 0. Ой, правильно, да. Правильно, 0, 1, 0. 1, 1, 0. 0, 0, 1. Кто-нибудь видит еще какие-нибудь варианты двух искажений? Все перебрал? 3, 4, 5, 6, 7. Что-то мало. Мало? Или нормально? Хватит? Ну, в каком-то смысле хватит. Может, не все перебрал, конечно. Ну, значит, факир был пьяный, фокус не удался. Нет, ну, по-моему, все. 3 плюс 3. А почему их 7? А, первое – это изначальное слово, да-да-да, первое – это наше изначальное слово. 6 вариантов исказить так и 9 вариантов исказить так. Нет, все правильно, теперь я уверен, что все хорошо. Но это только 2 ошибки, еще может случиться 1 ошибка, но я, с вашего позволения, мне негде писать, писать не буду. Вот, можно 1 ошибку еще перечислить, но 1 ошибка – это понятные 6 вариантов, да ведь? Понятные 6 вариантов. Ну… Давайте займемся перебором здесь. Да ладно, ну что там, сколько? Ну, 9 плюс... Все, 15! В чем разговаривать? Давайте, 2 ошибки. Э? 2 ошибки. 1, 1, 0. 1, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 1. Так, 0, 1, 1. 1, 1, 1. Что, проблемы какие-нибудь, нет? Проблемы только у меня, потому что я стою, выписываю. Так. Что-то я их много написал. А, нет, все правильно. 3, да, 3, конечно. 0, 0, 0. Так, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. 0, 0. Нет. Чего? Все правильно, да? 0, 0, 0. Вот главное следите, а то я вам тут нарассказываю. 0, 1, 0. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. И еще нужны вот эти перекрестные ошибки. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Так. 1, 0, 0. 1, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 0, 0. 0, 1, 1. Ужас какой. Так. Если я это говорить не буду, вы уснете. Так, чего дальше? 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Так, 0, 1, 0, 1, 1, 0. И... Ах ты, зараза, спасибо. Следят, а? Надо же как, а? 0, 1, 1. Так, и что у меня осталось? 0, 0, 1. И все вот эти варианты. 1, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1 и 0, 0, 1. 0, 1, 1. Вот это следят опять, да. В этот раз все-таки не проврался. Ну и еще, возможно, одно искажение. Теперь смотрим на весь вот этот ужасный список и на весь вот этот ужасный список. Нет, давайте я отойду, чтобы... А, вы же там видите. Ну, нет, все равно я за гаражем. Видно, да? Они пересекаются, эти списки? Есть ли хотя бы одно слово в левом списке до вертикальной черты, которое присутствовало бы в правом? Все видят, что нет?
Вот это уже позволяет нам однозначно декодировать. Если мы не дураки, и зная про две ошибки, изобразили слово «мама» таким образом, а слово «папа» таким, то мы можем быть абсолютно уверены, что как бы эти ошибки ни были устроены, из «папы» получится только вот этот список последовательностей, из «мамы» получится только вот этот список последовательностей. Что мы делаем на выходе? Мы видим наше слово из ноликов и единичек, да? Мы смотрим, в какой из двух последовательностей оно находится, в каком из двух списков оно находится. Если оно находится в этом списке, ну все понятно, передавался папа. Если оно находится в этом списке, ну все ж понятно, передавалась мама. Мы можем однозначно восстановить информацию. Теперь внимание, товарищи, вот чтобы был катарсис. За счет чего это получилось? Нет. Избыточность – это правильное слово, но на самом деле это произошло вот за счет чего. Вернее так, я неправильно вопрос задал. За счет чего в первый раз у нас не получилось, а сейчас удалось? Вот в чем разница между… Как у нас было в начале? Вот я, честно говоря, забыл, я стер. Кто-нибудь помнит, как у меня была закодирована мама и как был закодирован папа? Так, 1-0-1-1. 0-0, так, а папа? 1-1. Так, 1-1. 0-1, 0-0, да? Вот смотрите, неприятность, из-за которой здесь мы оказались в дураках, так сказать, состоит в том, что вот эта тройка из единиц и вот эта тройка из единиц, они между собой сильно пересекаются. Из-за этого очень легко организовать помехи так, что произойдет слипание на выходе. Получится одно и то же. Видите, эта тройка находится на первой, третьей и четвертой позиции, а это на первой, второй и четвертой. То есть целых две общих позиции, первая и четвертая. Из-за этого было очень легко исказить, так, чтобы в результате просто вот одно искажение здесь, одно искажение здесь, и получилось одно и то же. Списки пересеклись. А здесь мы очень постарались. Мы взяли тройку единиц для мамы на позициях с номерами 1, 2, 3 и взяли тройку единиц для папы на совершенно других позициях с номерами 4, 5, 6. Вот эти тройки позиций совсем не пересекаются. Из-за этого, как ни крути, списки тоже не пересекутся. Понимаете, какая математика возникает, да? То есть возникает математика, состоящая в построении вот этих вот множеств, которые, внимание, мало пересекаются. Чем меньше пересекаются, тем больше ошибок мы можем, что называется, исправить. То есть, построив код с малыми пересечениями вот этих троек единиц, мы добиваемся того, что целых две ошибки мы можем исправить на выходе. У всего этого есть очень красивая геометрическая интерпретация, которую я сейчас расскажу и на ней, видимо, закончу. Так, мне дали шикарную губку. Давайте я... Что? А, перевернуть можно, точно. Точно. Оп. Не стоило этого делать. Телевизор, наружная реклама. До свидания. Но там были социальные сети, это по нашей части. Не в том смысле, что мы ими пользуемся, я лично нет, но мы их исследуем. Так, про них тоже в книжке есть немножко. Что же нам делать? Ну, давайте стирать, что делать. Да не, я справлюсь, ну, я по 10 лекций в неделю читаю. Неужели я не совладаю? Сейчас геометрию еще расскажу красиво. Спасибо большое. Вот, ну и прекрасно. Значит, смотрите, друзья, на самом деле, что произошло вот про эти пересечения. Как еще это можно изобразить?
Вот было у нас некоторое кодовое, как говорят, слово, последовательность из единицы нулей, которая кодирует маму. Было некоторое кодовое слово. В результате помех мы в некотором смысле, искажая его, геометрически от него как бы удаляемся. Согласитесь, чем больше мы делаем помех, тем дальше мы оказываемся от исходного слова, тем менее похожим становится новое слово на исходное. Вот можно ввести такое очень естественное расстояние на кодовых словах. Вот одно кодовое слово, вот, например, другое кодовое слово. Это не папа, заметьте, это просто какое-то кодовое слово из нулей и единиц. Рама. Расстояние между этими словами – это количество символов, или даже, вернее, количество позиций, в которых эти слова различаются. Количество мест, на которых стоят разные символы. Раз, два, три, четыре. Ну, если кто-то из присутствующих помнит школьную программу, то это, в общем, очень хорошо соотносится с обычным расстоянием. Там еще корень обычно извлекают. Обычное расстояние Евклидова, как говорят, будет двойка, но это не важно. Вот. То расстояние, которое я определил, называется Хеммингово расстояние. В честь знаменитого математика Хемминга, который был одним из основателей современной теории кодирования. Это произошло примерно в середине 20 века появления теории кодирования. И вот он, в частности, придумал это расстояние. Один из тех, кто придумал это расстояние, был Хемминг. Вот здесь расстояние 4. А если мы возьмем маму и папу, то расстояние еще больше, оно оказывается равным 6, правильно? Вот давайте посмотрим на ситуацию следующим образом. Помните, что такое круг в геометрии, да? Круг – это множество точек, которые от некоторого центра отстоят на расстоянии, не превосходящее данного, правильно? Круг – множество точек, которые от центра отстоят на расстоянии не больше, чем радиус круга. Так вот, возьмем в качестве центров наши кодовые слова. В результате двух помех, товарищи, помните про две помехи, да? В результате двух помех наше исходное слово, искажаясь, на какое как максимум расстояние отойдет от исходного? Вот у нас было исходное слово, мы его искажаем двумя помехами. Какое может образоваться расстояние между новым словом и исходным? Да два, наверное, все-таки. Две же помехи. Нет, между исходным словом и теми, которые получаются из него в результате помех. Не больше двойки, конечно. То есть геометрически получается, что расстояние между любым искаженным словом и исходным центром не больше двойки. А вот у нас есть папа. Три нуля и три единицы. И от него мы тоже отойдем на расстояние не больше двойки. Так вот, друзья, если эти два круга или шара, как еще говорят, не пересекаются даже по границе, то есть расстояние между центрами действительно больше 4. В этом смысле те, кто сказал 4, тоже правы. Вот если эти шары не пересекаются, тогда мы сможем однозначно декодировать информацию. Вот те списки, которые мы сейчас мучительно стирали, они все находятся внутри своих непересекающихся шаров. Если вам надо помимо мамы и папы закодировать еще какое-то слово, и вы знаете количество помех в вашем канале связи, то вы нарисуете еще один шарик. И вот нетривиальная, совершенно сложная математическая задача, про которую можно рассказывать целые курсы лекций, десятки, сотни лекций, безумно красивых, безумно интересных, с очень продвинутой математикой. Вот эта задача состоит в построении как можно большего количества таких центров, то есть кодовых слов, чтобы шары с центрами в этих кодовых словах попарно не пересекались. Это называется упаковкой шаров. На банальном языке у вас есть ящик, есть апельсины. Как упаковать эти апельсины в ящик, чтобы как можно больше поместилось? Понятная же задача, правда?
Тоже очень сложная геометрическая проблема. Но она такая вот пространственная, обычная. А здесь чуть более хитрое пространство. Оно такое комбинаторное. И тем не менее, по сути, задача та же. Вам нужно упаковать вот эти вот апельсины как можно плотнее в вашем пространстве, так, чтобы центров было как можно больше, и вы тем самым могли передать очень длинные фразы так, чтобы на выходе их смогли декодировать. Последнее было прогон или понятно? Понятно? Это сложная комбинаторная проблема. Упаковать такие вот абстрактные шары в пространстве из ноликов и единичек, чтобы они попарно не пересекались, и их было как можно больше. Чем больше их, тем больше слов мы можем закодировать, так, чтобы на выходе их смогли раскодировать однозначно. Мама, папа, рама, что хотите. И вот тут уже избыточности не будет. Помните, вы сказали про избыточность? Всегда можно пытаться подобрать оптимальные параметры задачи. Вот такая вот комбинаторика, такая теория кодирования. Кажется, мое время вышло. Так, все, я передаю слово, да? Наверное, вопросы в самом конце, да? Я думаю, что я передам слово, конечно. Работает, работает, ага. Так, и мне нужны слайды. Ну, что я могу сказать? Организаторы, конечно, мне подсунули задачу выступать после Андрея. Сейчас. Просто было очень здорово и приятно смотреть, как все с таким восторгом слушали про математику. Конечно, да, это сложная задача. Я постараюсь оправдать ваши надежды. Так, ну как у нас там с презентацией? Получается? Я тоже подготовила пару анекдотов и немножко про математику. И много картинок, поскольку мне их не надо рисовать на доске, а можно было найти в интернете и поставить на слайды, то я так и сделала. Ну как у нас, Бимер? Отлично. Прекрасно. Ну и про книгу немножко больше расскажу. Сначала анекдот или анекдот. Немножко про меня, как я оказалась в Нидерландах. В Нидерландах я оказалась в 90-х годах, когда уехало очень много молодых ученых. Я сама из Нижнего Новгорода. Я закончила факультет вычислительной математики и кибернетики. А потом в 99-м году я уехала в Нидерланды. И всю свою карьеру я провела там. И в какой-то момент, немножко неожиданно для себя, я начала писать книжки. Ну, на самом деле, да, все поняла. Саша намекает, что не надо показывать лазером, а надо показывать мышкой. Хорошо. Значит, и в какой-то момент неожиданно для себя я начала писать книжки. В Нидерландах я очень многому научилась. Там очень многое совершенно по-другому. И первую книжку я написала вообще для родителей. Она называется «Наши хорошие подростки» и основана была на том, как моя дочь не хотела учиться, в том числе математике, получая стала плохие оценки, и как я решала эту проблему в сотрудничестве с голландской школой, и что я узнала про голландских родителей, про голландское образование. Много из этого очень интересно, я написала об этом книгу. Потом дочь стала поступать в институт, и я сама работаю в университете, очень много работаю с первокурсниками, очень много встречалась с абитуриентами, и я написала следующую книжку, которая называется «Формула призвания 7 правил выбора вуза» и о том, как выбирать вуз. Потом я увидела, что насмотрелась Big Bang Theory, увидела, как многие очень хорошие молодые люди с техническими мозгами мучаются в личной жизни, не стесняются подходить к девочкам. И я написала книжку по-английски, которая называется «IQ to Love». И это книжка про любовь для математиков. Она такая очень маленькая, такая маленькая книжечка, все, что нужно знать про любовь. Более или менее теорема, доказательства, пример, следующая тема. Вот. Но все это было как бы хобби, и в конце концов я решила, знаете, все-таки я математик по специальности, на работе я занимаюсь математикой, и, наверное, пора писать про математику. И
Это наша следующая книга. И, кстати, Андрей очень сильно преувеличил, как сильно нужно было из него вытряхивать эту книгу. Было прекрасное сотрудничество, за что я очень благодарна. Я очень рада, что многие читатели, кстати, отмечают, что они чувствуют вклад обоих авторов в эту книжку. И я очень этому рада, этому сотрудничеству. И, конечно, особенно когда эта книжка попала в короткий список премии «Просветитель», это для меня была вообще очень-очень большая честь. Это нам прислало с премии эту фотографию. Почему я начала писать эту книжку? Эта история произошла очень давно. Это правда как анекдот. Я приехала в Америку на конференцию, я приземляюсь в Атланте. Представляете себе такой аэропорт Атланты, огромный аэропорт, там каждые 2 минуты садится самолет, там десятки транспортеров для багажа, там огромные очереди на паспортный контроль, который я отстояла мужественно, там 3 часа что-то нужно было стоять в этой очереди. Наконец я подхожу к этой, значит, девушке или мужчине, мужчина, по-моему, это был. И он меня спрашивает, с какой целью вы приехали в США? Стандартный вопрос. Я говорю, я приехала на конференцию. Он говорит, а на какую тему конференция? Я говорю, а конференция по математике. И он, значит, глядя в свой компьютер и выискивая, сравнивая мои отпечатки пальцев со сканера, со своей базы данных, поднимает на меня глаза и говорит, и что, кому-то еще нужна математика? Я думаю, ну здравствуйте. А каким образом, интересно, мои отпечатки превратились в цифровую информацию, сравнились с базой данных, там исправили ошибки, каким образом было решено, какой самолет, на какую полосу, во сколько садится, каким образом пошел этот багаж по транспортерам. Все это было рассчитано, все это рассчитывается с помощью математических моделей. После этого вскоре мне пришло приглашение на конференцию про математику аэропорта. Понимаете, целая команда математиков могла заниматься одним аэропортом Атланты всю жизнь. Вот. И человек сидит в этом аэропорту и совершенно не понимает. И знаете, я думаю, что люди думают на эту тему? Это я. Что люди думают на эту тему? Что как бы, зачем нам математика, когда компьютеры и так могут все посчитать? Это, конечно, полный абсурд, и многие, наверное, собравшиеся здесь люди наверняка так не думают. Наверное, вы понимаете, что компьютеры работают на основании каких-то математических моделей. И все-таки вот если сравнить с другими науками, например, если, например, вы слышите в новостях, что там вот, чтобы решить проблему с загрязнением воздуха, в городе сажают больше деревьев, то вам понятно, зачем сажают деревья, что деревья забирают углекислый газ, выпускают кислород, и это хорошо для атмосферы в городе. Но, например, какая математика нужна, чтобы работал компьютер? Что за математические модели там используются? Хотя мы этим пользуемся каждый день. На самом деле это многие не знают. Но в лучшем случае люди могут сказать, ну да, я понимаю, что это цифровые технологии, то есть цифра, число, то есть, наверное, там нужна математика. Но какая математика, что она там делает, это уже не является как бы общим знанием, по крайней мере, по моему опыту. И мои студенты тоже с этим очень мучаются. Они говорят родне, я вот математику буду изучать. А они говорят, а зачем? А где это тебе пригодится? И у всех сразу ассоциация, что человек пойдет работать в школу. Хотя наши студенты на расхват и работают везде. Ну, в общем, я решила, что это очень странный парадокс, что с одной стороны мы живем в мире цифровых технологий, с другой стороны большинство людей не знают, какую именно в этом роль играет математика. И наша книжка именно об этом. На самом деле. Приложений у математики полно медицинских приложений, например. Но вот об этом мы не говорим в книжке. То есть мы обсуждаем только применение математики в цифровых технологиях. И даже эту тему мы осветили далеко не полностью, а просто выбрали те темы, которые дороги нашему сердцу, которые как-то связаны с нашими исследованиями, которые нам самим нравятся. И я хочу рассказать, наверное, я успею рассказать про одну, но может, я приготовила две темы, поскольку на слайдах то это быстрее, но я посмотрю, успею рассказать две или не успею. Но начать я хочу с числа. Это число. Это очень большое число, это очень-очень много миллионов. Вот все, что там впереди, да 6 нулей в конце, то есть это вот столько миллионов. Вот как вы думаете, значит, если взять обычный компьютер со скоростью 2 гигагерца, 2 гигагерца операций, то есть это 2 миллиарда операций, 2 миллиарда операций в секунду они выполняют сейчас. То есть все, это просто, это огромные скорости. Как вы думаете, сколько понадобится времени
компьютеру современному с частотой 2 миллиарда операций в секунду, чтобы выполнить такое количество операций. Ну, примерно, это часы, дни, года. А? Тысячелетия, вот звучит ответ. А правильный ответ компьютеру понадобится 245 миллионов лет. 245 миллионов лет. Ну, и тогда следующий вопрос. Ну, хорошо, 245 миллионов лет — это немножко долго, как бы. Но, может быть, нам и не нужно такое количество операций выполнять. Зачем нам такое количество операций? Ну, можно было еще пару нулей приписать. Ну, зачем нам столько операций, на самом деле? Встречаются ли в жизни такие задачи, где столько операций? Ну, давайте посмотрим на очень-очень простую задачу, абсолютно искусственную задачу планирования. И надо сказать, что на предприятиях современных все планирование происходит с помощью математических моделей. Этого тоже многие не знают, но это просто так. Есть коммерческие пакеты, которые этим занимаются. Эти пакеты разрабатываются, улучшаются. Я про это немножко расскажу чуть-чуть позже. Вот. Но в принципе задача планирования совершенно стандартная задача. Но это искусственная задача, то, что я вам показываю, просто пример. У нас есть один прибор, одна машина и 25 заданий. Эти задания, например, от разных клиентов. И мы можем их выполнить в разные последовательности. И каждая последовательность, с каждой последовательностью связаны какие-то доходы и расходы. Ну, например, если мы выполним задание номер 5 слишком поздно, то у нас будут большие штрафы. А если мы его выполним раньше, чем задание 7, то нам нужно перестраивать прибор и за это тоже много денег платить. Ну, вот так вот. То есть каждая последовательность несет в себе какие-то доходы и какие-то расходы. Ну и спрашивается, в каком порядке выполнить нужно это задание. То есть выгода может зависеть от срока выполнения, времени в очереди и так далее. Представьте, что у нас нет никакого знания, нет никакой математической модели. Что мы можем сделать? Ну, просто перебрать все способы. Ну, что, подумаешь, 25 заданий. Казалось бы, ерунда. Ну, хорошо, давайте попробуем. Мы хотим перебрать все способы. Сколько способов у нас поставить на первое место, выбрать на первое место одно задание? 25, совершенно верно. Значит, первое задание — 25 способов. На второе место — 24. И на первое и второе вместе — 24 умножить 25 на 24. Почему? Потому что на каждый вариант на первое место приходится 24 возможных варианта на второе место. То есть 600 способов выбрать первых два задания. Ну, 600 — это еще ерунда. Помните, у нас 2 миллиарда операций в секунду. Все в порядке пока. Дальше. Сколько у нас получается всего? Понятно, что нам нужно идти дальше. 25 на 24, на 23, на 22 и так далее. 3, 2, 1. И это число, перемноженное числа от 1 до 25, называется 25 факториал. Совершенно верно. И если мы это дело посчитаем, то вы, наверное, уже догадались, что я получу. То самое число. А теперь подумайте, у нас всего один прибор, всего 25 заданий. Понятно, что это искусственная задача. Но если вы представите современное производство, то понятно, что задачи гораздо больше, вариантов гораздо больше. То есть ответ, наблюдение очень простое, что чтобы решить элементарную задачу планирования современного производства, или любую задачу логистики, элементарную задачу логистики, простым прибором мы это не можем сделать, даже при наличии всех компьютеров в мире и самых быстрых компьютеров. То есть это невозможно сделать без математических моделей и без математических подходов. Каким образом? Значит, это явление очень известное, оно называется проклятие размерности. И я искала картинку для проклятия, нашла вот такую. Вот такая баба-яга поджидает нас в любой задаче, фактически комбинаторики, где нужно перебирать разные варианты. Проклятие размерности, потому что очень маленькая задача, типа 25 заданий, приводит к огромному количеству вариантов. Вот это и есть проклятие размерности. Это проклятие размерности — это абсолютно фундаментальная проблема математики. Очень много задач, комбинаторики и оптимизации мотивированы именно этим. Ну вот, в частности, в задачах планирования большую роль играет так называемое линейное программирование. И здесь можно с гордостью сказать, что основателем линейного программирования был советский тогда большой ученый Леонид Витальевич Конторович. И он получил Нобелевскую премию за разработку этих моделей. Он сформулировал целый класс задач планирования как задачи, так называемые задачи линейного программирования. Я не буду вам объяснять сейчас подробности, я просто расскажу это как больше как историю.
Конторовичу принадлежит формулировка, но эти задачи еще нужно было решить. И в решении этих задач большой прорыв совершил Джордж Данцинг, уже американский ученый. Он придумал так называемый симплекс-метод, которым эти задачи можно быстро решать. Кроме обычного линейного программирования, в задачах планирования есть еще так называемое целочисленное линейное программирование. Это когда нам нужно не просто, например, решить, там, на какой склад, там, сколько отправить товара, а когда нам решение нужно в целых числах. Ну, например, мы отправляем не там, килограммы там, сахарного песка, а мы распределяем на работу, скажем, группы сотрудников. И целочисленное программирование нужно, потому что иначе у нас получится, как в стишке Маршака, вышло у меня в ответе два землекопа и две трети. Так вот, понимаете, когда мы решаем задачу целочисленного, задачу программирования, где нам нужно отправить, например, людей или поезда, или грузовики там, из пункта А в пункт Б, и нам нужно понять, сколько грузовиков и сколько людей куда поедет, то ответ «два землекопа и две трети» нас не устраивает. Нам нужно либо два землекопа, либо три. Но тогда мы уже съезжаем с этой оптимальной точки. То есть тогда у нас получается не два, не три, не оптимально, два и две трети оптимально. И это очень сильно усложняет задачи, оказывается. Вот это целочисленное линейное программирование, задачи возникают просто постоянно, фактически при любом составлении расписаний. Например, у нас в университете студенты составляли расписание фестиваля хоров. И там они тоже сделали модель целочисленного линейного программирования. Какой хор, какой дирижер, какая сцена, в какое время. Точно так же целая группа у нас сотрудников разрабатывает расписание для больниц. Какая медсестра, в какую палату, какой больной, какая операция, в какое время, в какой операционной. Вот такие вот. Это очень часто делается с помощью задач целочисленного линейного программирования. И есть коммерческие пакеты. И эти коммерческие пакеты решают эти задачи очень быстро. Но даже и они тоже не всесильны, но они решают эти задачи очень быстро. Так вот, коммерческие пакеты улучшаются по двум причинам. Первая причина, естественно, что компьютеры становятся быстрее. Да? Вторая причина, что алгоритмы становятся лучше. И вопрос, кто победит? Математика или технология? Компьютер быстрее или алгоритмы лучше? Что важнее? Так вот, нашелся человек, который это изучил. Значит, для этого сначала нужно нам понять, каким образом улучшаются компьютеры. Так вот, компьютеры улучшаются более или менее в соответствии с так называемым законом Мура. То есть вот этот Гордон Мур, он один из основателей Intel был, и он сказал, что мощность процессоров удваивается каждые полтора месяца. Ну, каждые 18 месяцев, каждые полтора года, извините, каждые полтора года. Но вот это можно более или менее принять как какую-то такую приблизительную оценку, что каждые полтора года компьютеры становятся более-менее в два раза быстрее. Это означает, что, скажем, за 15 лет компьютеры ускорились примерно в 1000 раз. Примерно. Так вот, этот человек, американец Роберт Бигсби, в 2007 году решил посмотреть, если мы решаем задачи вот эти планирования, задачи целочисленного линейного программирования, то насколько быстрее мы научились их решать и за счет чего. И что он сделал? Он сделал очень хитрую вещь. Он взял этот симплекс, коммерческий пакет, который часто используется, и взял все его версии за последние 15 лет. Дальше он взял несколько стандартных задач планирования и прогнал их, несколько стандартных, это оптимизации, и прогнал их на одном и том же компьютере 2007 года, то есть чтобы от компьютера ничего не зависело. И посмотрел, насколько разные версии становились лучше, потому что если вы сравниваете на одном и том же компьютере, то это чисто за счет улучшения алгоритмов, за счет улучшения пакета у вас происходит улучшение. Так вот, как вы думаете, какой был результат? Больше, чем 1000. Насколько больше? В 29 тысяч раз. Понимаете, вот мы так восхищаемся, ой, какой у меня телефончик маленький, как он быстро все делает, какой у меня компьютер новый, настолько прям летает по сравнению со старым. Математика сделала прогресс в 30 раз больше, никто даже не заметил. Ну, кроме, конечно, пользователей этих коммерческих пакетов. То есть
на самом деле вот за это время, и получается что? Получается, что если вам нужно решить задачу оптимизации, и она сводится к задаче линейного программирования, например, составление расписаний, то вам выгоднее взять новый алгоритм на старом компьютере, чем старый алгоритм на новом компьютере. Настолько все время идет прогресс. Вообще, вы знаете, многие не знают, но прогресс в последнее время в математике невероятный. Решено огромное количество фундаментальных задач, которые были открыты веками. И, ну, наверное, это во всех науках такой бум, но в математике просто невероятный бум. То есть вот сидят здесь много молодых людей, вы теперь знаете, куда поступать. Так. Бигсби сделал это давно, в 2007 году. К 2015 году совместное улучшение алгоритмов и компьютеров привело к тому, что мы научились решать задачи злочастного линейного программирования 450 миллиардов раз быстрее, чем в начале 90-х. И это потрясающе, открывает совершенно новые возможности. Это вот Баба-Яга, нам уже не так страшна, мы уже научились хоть немножко с ней справляться. Вот, такая вот история. И мы пользуемся всем этим. Ну вот, например, я приводила пример, у нас был студенческий проект, и они делали с помощью этого злочастного программирования расписание фестиваля хоров. Но фестиваль хоров — это маленькая вещь. А вот один из больших проектов, относительно недавних, с помощью этого злочастного линейного программирования было расписание голландских железных дорог. Железные дороги в Нидерландах перевозят огромное количество пассажиров. Вот в 2006 году они перевезли 5,8 миллиардов пассажиров. Это примерно, я проверяла, это примерно в 7 раз больше, чем московское метро. Огромный пассажиропоток. То есть там в Нидерландах устроено так. Страна очень маленькая, и очень часто люди работают в другом городе. То есть они просто ездят на этих поездах на работу. И очень часто люди, которые работают, живут в разных городах, встречаются где-то в середине страны, чтобы что-то обсудить. То есть все время люди пользуются поездами. Очень, очень часто. Пассажиропоток просто колоссальный. Значит, в 70-х годах они сделали расписание, более или менее пользуясь здравым смыслом. И дальше, когда пассажиропоток увеличивался, они вставляли в эти расписания новые поезда. Пока, наконец, они не поняли, что если они немножко удлинят какой-то поезд или вставят новый поезд в это расписание, то поезда начнут просто сталкиваться друг с другом. То есть старое расписание уже не годилось совсем. И тогда они решили сделать новое расписание. Можно было построить новые рельсы, но в Нидерландах нельзя, потому что это очень маленькая страна, земля очень дорогая, расширение инфраструктуры невозможно. То есть этот вариант был рассмотрен и отвергнут. Решили, что это нереально. Поэтому нужно было каким-то образом решить вот эту проблему. И они попросили, наняли целую команду математиков во главе с Александром Шрейвером, который один из лучших в мире специалистов по оптимизации, голландский математик, и они стали составлять вот это новое расписание. И вы знаете, эта задача такая огромная, 5500 поездов в день, и она состоит из большого количества подзадач. То есть там нужно распределить пути, платформы, нужно, чтобы они не сталкивались поезда на мостах, нужно каждому составу определить количество и тип вагонов, и кроме того, нужно составить расписание персонала. И все это одна огромная задача. И даже в самый современный коммерческий пакет эта задача не лезет. Ну, какие-то части этой задачи еще можно. Но особенно расписание самих поездов, время прибытия и отбытия, особенно вот эта задача была такая колоссальная, что ни один коммерческий пакет с ней бы просто не справился. То есть на самом деле задача математиков была свести эту задачу к такой формулировке, когда коммерческий пакет в состоянии ее решить. И они использовали, например, цикличность расписания, что каждый час расписание примерно повторяется. Это уже упрощает задачу. И что же дальше они сделали? Они запустили новое расписание. И вы что думаете, все обрадовались и захлопали в ладоши? Ничего подобного не было. Они получили, ученые захлопали в ладоши, дали им большую премию за прекрасное приложение. А центральная голландская газета написала, что еще ни одно проявление высшей математики не вызывало в обществе такую бурю эмоций.
Ну, потому что у кого-то отменили его любимый поезд, кому-то сделали лишнюю пересадку. Понимаете? И на самом деле никогда невозможно угодить всем. И я разговаривала лично с Александром Шрейвером и писала ему на эту тему. И он ответил на этот вопрос очень хорошо. Он говорит, надо понимать, что такое оптимальность. Что такое оптимальность? Он написал даже на эту тему статью. Он сказал, что мы должны оптимизировать. Комфорт пассажиров, общий доход — это все противоречивые условия. Если мы хотим более комфортно для пассажиров, то нам нужно пускать больше поездов, тогда они не уместятся на все наши пути и платформы. Если мы хотим экономично это сделать, то тогда это нужно каким-то образом делать все-таки за счет комфорта пассажиров. И тут очень сложный баланс. И как взвесить эти факторы по отношению друг к другу, это тоже очень сложная задача. И в этом самом проекте, кстати, это очень красивый проект прикладной математики, еще и потому, что он показывает, каким образом математики, которые хотят решать задачи реального мира, должны сотрудничать с теми, кто работает в этом реальном мире, которые понимают, что нам важнее. Потому что в нашей задаче мы должны расставить, например, коэффициенты. Но какие коэффициенты эти должны быть, должно зависеть от задачи. И поэтому вот такие прикладные проекты, очень важно, чтобы математики работали в сотрудничестве с менеджерами или с заказчиками, и чтобы эти модели имели отношение прямое к реальности. У меня есть еще время, да? Еще чуть-чуть время есть, да? Вот Андрей закончил свой доклад тем, что очень много стоит еще в открытых задач нерешенных, и здесь, конечно, то же самое. То есть если мы хотим улучшать наше расписание, то еще очень много сложных математических проблем с этим связано. Ну вот это вот одна тема, которую я хотела рассказать, она более или менее, ну я не стала объяснять о математику, это больше рассказ о предложении, где математика нужна и где она достигла большого прогресса, но я подготовила еще одну тему, и это тоже одна из глав книжки, и эта тема связана с очень важным объектом в наши дни, и это интернет. Я хочу вас спросить, знаете ли вы, что такое интернет? Это, кстати, не такой уж тривиальный вопрос. Что такое интернет? Мы говорим, пойди поищи в интернете, да? Это то, что, где мы ищем информацию. Мы смотрим на телефон и говорим, у меня нет интернета, когда мы не подключены. Ну и некоторые скажут, что интернет — это большая сеть компьютеров, соединенных проводами. Какой из этих ответов правильный? Никакой даже. Ну не всегда проводами, да-да-да. На самом деле... имеет смысл, наверное, каждый из этих трех ответов, но если просто посмотреть, что такое интернет как технология, то интернет — это технология, которая позволяет передавать информацию с одного компьютера на другой. То есть это компьютеры, соединенные сетью, проводами или не проводами, и по этой сети передаются информация от одного компьютера на другой. То есть более или менее это все-таки технологически это правильный ответ. А все остальное — это следствие. Так вот, удивительно, что эта сеть, у которой нет… Это не компания, у нее нет управления интернета, нет президента интернета. Эта сеть распределена по разным странам. А за нее никто не отвечает. Никто даже не знает толком, ни у кого нет списка всех серверов интернета. То есть это такая технология, абсолютно распределенная по всему миру, и в принципе большое удивление, почему все это до сих пор работает. Как так? Вот страна не может жить без правительства, а интернет вот живет. На самом деле это довольно удивительно, и в принципе вопрос вполне закономерный, а не распадется ли это все на кусочки? Ну, например, в России несколько провайдеров владеют кусками опорной сети, и в Америке это будут совсем другие компании, которые этим владеют. Не распадется ли это все? Ну, мы не знаем по поводу политики, но если просто посмотреть чисто с точки зрения связи, то мы, математики, любим смотреть на это вот так. Мы хотим интернет представить как математический объект, который мы называем граф. И в этом графе серверы — это и компьютеры — это узлы,
а каналы связи — это линии. Ну вот это вот очень маленький интернет, там серверы, соединенные каналами. И вопрос, ну, насколько, как будет выглядеть в реальности такая картинка, это можно посмотреть. Если вы хотите, я вам покажу, пожалуйста. Это интернет. Эту картинку сделал программист и художник Барри Леон, и он собрал такие все данные по разным серверам в разных странах и сделал вот такую картинку. Цвета по странам. Зеленый — это Европа, оранжевый — это Африка, а белые линии — это опорные сети. Это вот эти вот межокеанские оптические соединения, которые связывают разные континенты. И в каждой стране есть каналы этой опорной сети, и ими владеют разные провайдеры. Обычно это провайдеры мобильной связи. Это очень красивая картинка, но, как вы видите, сказать по ней можно очень мало. То есть, например, на вопросы, сохранится ли связанность в этом интернете, по этой картинке сказать очень трудно. Хотя картинка потрясающая. Надо сказать, что эта картинка сейчас в разных музеях висит, в Музее современного искусства, в Музее науки. Ну, у нас попроще граф, и мы скажем, что в нашей сети есть связь, если от любого узла можно передать сообщение на любой другой узел. То есть, ну, например, видите, этот граф слева, он связанный. Можно из узла 1, например, дойти до любого другого узла. Да? Ну и интернет, если мы на него так посмотрим, на эту картинку, на взгляд, он тоже выглядит связанным, и мы знаем, что он связанный. Но вопрос, останется он связанным или нет, и как это вообще можно понять? Вот такие вот для того, чтобы достигнуть вот этого понимания, нам нужны какие-то математические модели. Представьте себе, что у нас есть какие-то помехи, атаки, перегрузки, и какие-то каналы выходят из строя. Насколько устойчив наш интернет к таким вещам? Если вдруг какой-то океанский шторм разрубил оптоволокно, и что-то там не пошла связь, сохранится ли связанность в сети или нет? Ну и атаки — очень модный тоже топик. То есть если кто-то решил специально вырубить интернет, насколько это трудно? Ну, если взять совсем-совсем крошечный интернет, то вот у нас есть связанный интернет, и каждый канал тут доступен с вероятностью какой-то P. То есть, ну, грубо говоря, скажем, может быть, там 60% времени доступен и 40% времени недоступен, более-менее так, скажем. И, скажем, у нас один канал вышел из строя. Но вы видите, что связь сохранилась. Из компьютера 1 мы по-прежнему можем передать на любые компьютеры, то есть они по-прежнему могут коммуницировать. Но если у нас произошла вот такая ситуация, то есть два канала разорвались, то вот этот вот компьютер слева оторвался, а здесь у нас вообще все каналы вышли из строя, и все, весь интернет у нас рассыпался. Ну вот это вот на маленьком таком графе очень легко на самом деле посчитать. Я не буду объяснять, как считаются эти вероятности, но кто знает, тот увидит. Ну, например, вот это вот слева, это просто единица минус p — это вероятность того, что канал вышел из строя, и все три вышли из строя, поэтому в степени 3. То есть на таком маленьком графе мы все варианты хорошо можем посчитать. Но если у нас, то есть мы складываем эти вероятности, и вот это вот вероятность потери связи. Это я пропущу. Но что, если наша сеть очень большая? Если сеть очень большая, то вариантов очень много. То есть очень много вариантов, при которых сеть выходит из строя, и очень много вариантов, при которых связанность сохраняется. И как вот Андрей уже говорил, что перебрать все варианты, он перебирал, вот видите, маленькие совершенно примеры, все варианты перебирал очень долго. Это то же самое проклятие размерности. Перебрать все варианты невозможно. То есть нужно как-то действовать по-другому. И вот был такой знаменитый человек Пол Эрдош, который придумал первую модель, каким образом можно подходить к таким задачам. Вообще, Пол Эрдош был удивительным персоной в математике. У него было около 1500 статей, 1500 статей, можете себе представить? И около 509 соавторов. И вообще, это был человек, который жил исключительно математикой. Когда он никогда не женился, он жил сначала с мамой. Потом, когда мама умерла, он стал просто путешествовать по свету. Он приезжал к своим соавторам, звонил в дверь без предупреждения и говорил им: «Мой мозг открыт». Дальше он у них жил и кушал, и занимался математикой с ними. Они набрасывали несколько идей, и он спрашивал: «Кому мне еще поехать?» Они говорят: «Ну вот поезжай вот к этому». И он ехал дальше.
И вот так вот он жил, и еще он ездил на конференции. И он жил на конференциях, и он жил у соавторов. Он нигде официально не работал, но у него было несколько стипендий из разных университетов, деньги ему были не нужны. И он все время говорил, что, например, он давал задачки за деньги. Он говорил, это задачка на $100. И дальше объяснял задачку. Кто ее решил, тому он давал $100 в премию. И до сих пор, кстати, эти задачки Эрдоша, до сих пор они живут. И Фэн Джун, я ее знаю, она одна из его соавторов, она написала прекрасную статью о нем, где она написала, что они скучают по нему, потому что это был человек, который жил исключительно своей мечтой, исключительно математикой. Он просто отказался от всего материального, немножко даже как монах. И он говорит, все мы любим математику, но мы все окружили себя каким-то материальным благополучием, а вот Эрдоше это было не нужно. Так что же он сделал? Какую же он сделал модель? Это очень известная модель, самая элементарная модель для сети. Она называется модель Эрдоша-Рени. У нас просто тут n узлов, я не побоюсь обозначения n. И между двумя узлами есть линии, либо есть, либо нет. Она либо есть с вероятностью p, либо нет. Ну, как вы кидаете монетку, получился орел, вы рисуете линию, не получился орел, получилась решка, вы не рисуете. Более или менее так составляется эта сеть. И дальше... Все эти ребра независимы друг от друга. И дальше, тут немножечко будет математики, но если кому-то сложно, то просто попробуйте немножко уловить как бы суть. Дальше идет математический прием. И математический прием такой. Вот эта вот вероятность P, вероятность, вот эта вот вероятность того, что у нас получится орел, мы ее делаем не просто числом, а мы ее делаем как бы зависимой от количества узлов в сети. То есть если у нас сеть большая, то мы можем сделать эту вероятность, скажем, поменьше или побольше, как мы хотим. Так вот, дальше они доказали потрясающую теорему. И теорема оказалась такая. Ну, это логарифм натуральный ln n. Неважно, там, знаете вы, что такое логарифм или нет. Важно только, что это логарифм — это функция от n, которая растет очень медленно. Это единственное, что важно здесь. Так вот, они доказали, что если вот это вот p взять больше какого-то критического числа, то связанность сохранится, то есть сеть останется связанной. А если взять это p меньше, чем это критическое число, то связь распадется. Опять же, с большой вероятностью. Это будет не 100%, но с очень большой вероятностью. То есть мы можем предсказать, что будет. У нас есть критический порог. На самом деле, то, что мы здесь наблюдаем, что у нас есть критическое значение, это то, что мы видим очень часто в природе. Это так называемый фазовый переход. Например, это то же самое, когда тает лед. То есть... Лед превращается в воду, если у нас выше 0 градусов, то у нас вода, а ниже 0 градусов у нас лед. Точно так же и в сети. Вероятность больше критической связь есть, вероятность меньше критической связи нет. Как бы один объект превращается в другой, связность меняется. Точно так же, как такие фазовые переходы очень известны в физике, но вот они есть и в математике тоже. Дальше... Как Андрей сказал, нужно там под конец всех запутать, но я вижу, что все-таки есть люди, которые математикой занимаются, и я могу просто очень-очень коротко объяснить, почему так получается. Во-первых, очень интересно вот какая вещь, что когда у нас n становится больше, то эта критическая вероятность становится меньше. То есть получается, что когда сеть большая, то она более устойчивая. А почему она более устойчивая? Потому что когда у нас сеть большая, то у нас есть очень много разных способов обойти, выбрать другой маршрут. Когда сеть маленькая, у нас маршрутов очень мало. Когда сеть большая, маршрутов очень много. Поэтому даже если что-то вышло из строя, то у вас есть запасной вариант. И поэтому большие сети более устойчивые, они требуют меньшего количества ребер. Ну, например, если у нас 100 узлов, то критическая вероятность вот такая 0,5. То есть если у нас типа 5% ребер существует, то у нас уже граф получается связанный, как слева. А если у нас 4% ребер существует, то вот видите, там уже какой-то компьютер оторвался, и он уже не в сети. И это совершенно потрясающе, потому что если, например, взять 1000, то эта вероятность будет еще гораздо меньше. То есть тогда уже требования к связанности становятся гораздо меньше. Ну вот, и
откуда он берется, этот фазовый переход, математически была очень важная идея такая. Каким образом распадется сеть? Вот можно придумать разные способы распадания сети. Так вот, Эрдош и Рени доказали, что самый вероятный способ распадения сети — это когда отдельные узлы от нее отрываются. То есть очень трудно оторвать целую группу узлов. Почему? Потому что они привязаны огромным количеством связей. То есть целый остров откусить от сети довольно сложно. А вот оторвать один узел или два или три и сделать их отдельными изолированными, это удается. И оказывается, это и есть самый-самый вероятный вариант. То есть оторвать целую группу узлов сложнее. И дальше они просто посчитали вероятность того, что один из узлов оторвался. Дальше они посчитали среднее количество таких узлов. Неважно даже вникать. То есть они просто посмотрели, чему равно среднее количество узлов, которые потеряли все свои каналы связи. И в результате у них страшные формулы, но получилась такая вещь, что если... То есть они дальше подставили вот эту вероятность, и если вероятность больше единицы... В смысле, если вот это c больше единицы, то у нас получается, что среднее число узлов, которые потеряли все каналы связи, становится большим, а если больше единицы, то маленьким. То есть, по сути, даже если эти формулы, я понимаю, было сложно, наверное, воспринять, но суть сводится к следующему, что они посчитали среднее количество число узлов, отрывавшихся от сети, и выяснилось, что это какая-то степень n. И если эта степень отрицательная, то среднее количество этих узлов сводится к нулю, а если эта степень положительная, то она растет. И отсюда появляется вот этот фазовый переход. Ну, вот, собственно, и все. То есть и получился вот такой вот тогда потрясающий результат. Ну, что если вернуться к интернету? Конечно, эта модель, она далека от реальности. Такой модель на самом деле в реальности не работает. Например, если я в Москве и мой компьютер в Москве, то я с большей вероятностью свяжусь с другими компьютерами в Москве, а не, скажем, не в Австралии. Вот. То есть понятно, что вероятность связи между двумя компьютерами не одинаковая и не независимая. То есть нужны более сложные модели. Но такие модели есть, и, конечно, они до сих пор не отражают реального интернета, но они все-таки гораздо ближе к реальному интернету, чем модели Эрдоша и Рени. И на самом деле они уже начинают учитывать, например, что есть вот такие вот хабы с огромным количеством связей, что есть зависимость между разными узлами, что есть опорная сеть и так далее. Но на самом деле все эти исследования продолжаются. То есть однозначный вопрос о том, об устойчивости интернета, пока у нас ответа на этот вопрос нет, но с помощью математических моделей мы уже можем получить очень много информации об этом. И очень интересное наблюдение, вот этот вот фазовый переход, он будет типичный практически для всех моделей. То есть есть какая-то критическая вероятность связанности, и если мы этот критический порог превысим, то тогда у нас могут быть проблемы. Ну вот это вот тоже одна из глав книжки, о которой я хотела рассказать сегодня. И да, я надеюсь, что вы эту книжку прочитаете, что она вам понравится, и что вам понравилось наше сегодняшнее выступление. Спасибо за внимание. Что, еще раз огромное спасибо. Я думаю, надо побольше аплодисментов, потому что это было действительно интересно и насыщенно. В каких-то местах еще и немного сложно. Вот, мы сейчас переходим к вопросам. Смотрите, вопросы будут задавать из зала. Первый вопрос задам я, чтобы просто показать, как мы задаем вопросы. Очень просто мы их задаем. Вы поднимаете руку, у нас есть человек с микрофоном, у нас есть всего 10 минут на вопросы, поэтому вы встаете и задаете всего один вопрос. И мы на него коротенечко отвечаем, чтобы успеть побольше вопросов, если их много. Вот, у меня такой вопрос, вы знаете, он может быть немножко странный. Как вы считаете, вот вы написали книгу научно-популярную про математику. Ваше мнение, вообще математикой может заниматься любой человек? Или все-таки вот это вот мнение, что «О, нет, это математика, я совсем не про математику». Или оно правильное? Вот, как вот, это, я понимаю, что это такой спекулятивный вопрос, но все-таки. Есть да вот нет, какое-то мнение? Так, у меня есть микрофон? Как?
да, есть, конечно. Я могу и без микрофона, конечно, но все-таки лучше с микрофоном. Ну, смотрите, что значит заниматься? Ну, все-таки у каждого свое призвание. Конечно, каждый человек должен заниматься тем, что ему интереснее, лучше получается. Просто важно, чтобы на входе человек не думал, что математика — это что-то скучное, ненужное, грустное. Вот, чтобы не потерять те таланты, которые могли бы заниматься математикой и просто не знают, что на самом деле это и есть их призвание. Я бы так ответил. Но, конечно, не каждый человек будет заниматься математикой, так же, как не каждый человек должен или может быть, скажем, врачом. Ну, это некоторое призвание все-таки, это некоторое свойство. У меня очень много мнений на эту тему, потому что недавно я начала группу в Фейсбуке, которая называется «Математика великая и ужасная», где взрослые люди пытаются заново освоить математику. И многие пишут, что просто в школе они не понимали, вот насколько это интересно. Да, то есть это на самом деле действительно образ математики как чего-то скучного, вот с этим действительно нужно бороться. А так, если у человека есть интерес, то он будет этим заниматься, когда он занимается, у него появляются какие-то новые навыки, он становится все лучше и лучше, и в результате он может заниматься математикой. Интерес изначальный, пожалуй, определяющий, особенно для детей. Хорошо, спасибо большое. У меня это был вопрос специально для меня. Спасибо большое, что ответили. Давайте перейдем к вопросам из зала. Вначале вот там рука и потом сюда. Добрый день. Спасибо за лекцию и за лекции на Курсере, которую вы отлично читаете. Если я правильно вижу, это издательство «Миф». Там же у них выпускалась отличная книжка с ужасно попсовым названием «Как не ошибаться» Джорджа Эренберга. Mm-hmm. Вот, я думаю, вы с ней знакомы, да? Вот, и она была представлена как раз в формате большей истории, где числовые расчеты именно и выкладки были минимально как-то ориентированы. Комментарии переводчика больше были представлены по каким-то деталям, к которым можно в дальнейшем обратиться. Мне интересно, в каком формате написана эта книга и какую примерно долю составляют действительно хорошие вычисления, на которые следует обратить внимание? Или это также формат истории прикладной на основе того, что было и как это решалось? Может, я отвечу на этот вопрос? Да, 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 я не умею ответить, потому что я отвечу на этот вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Мы написали эту книжку более или менее на трех уровнях. То есть книжка, и в книжке есть основной текст. Это более или менее как Эдельберг, то есть это тоже история, мотивация, это более-менее вот как я рассказала вам про железные дороги, может чуть-чуть подробнее, потому что это все-таки была короткая лекция, там целая глава, но все-таки в основном без выкладок, то есть просто объяснение. Дальше есть врезки, и врезки чуть более подробно, если вам интересно, можете прочитать, это на уровне средней школы, но их можно пропустить тоже. Такой же форма была, похоже, у Петланда в книжке про большие данные. Там тоже он делал врезками более технический материал. Мы тоже это сделали. Кроме этого, у нас есть приложение. И вот, например, то, что я сейчас объяснила на последнем этапе, там вот немножко математики, это скорее приложение материал, чем основного текста. А приложение мы включили для чего? Андрей очень любит работать со школьниками, особенно с умными школьниками, и мы просто надеемся, что, может быть, какие-то учителя математики захотят использовать эту книжку в качестве спецкурса, и тогда им, конечно, захочется детям на доске написать формулы и какие-то доказательства, но включаясь в популярную книжку, в основной текст мы это не можем. Я просто не мог удержаться от того, чтобы какой-нибудь Цейзан пока не написать, но я не могу просто. Я совершенно согласна. У нас в каждой главе есть приложение, ориентированное именно на умных школьников. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Хороший вопрос и совершенно понятный ответ, что книга подходит всем, даже, возможно, мне. Заведомо, Саша, да, конечно. Я умею из букв складывать слова и читать слова. Вот следующий вопрос от молодого человека. Да, здравствуйте. Спасибо большое за информацию, очень интересно. У меня такой вопрос. Как говорится, вернемся к логике. Получается все, что когда в Нидерландах делали вот эту реструктуризацию или там смену расписания, она привела в итоге к результатам не факт, что к нужным, потому что непонятно, какие коэффициенты. И как написал ваш друг, что очень важно понять, какие коэффициенты. Вот мне хотелось узнать, а занимается ли математика или какая вообще наука занимается расстановкой этих коэффициентов и насколько это важно? Потому что мне кажется, здесь как раз-таки самая важная ситуация, потому что если мы не знаем коэффициенты, то мы шикарно все и быстро не рассчитали, это все не нужно, по факту для людей.
Это к вам. Ко мне. Окей. На самом деле есть два подхода основных. Во-первых, если мы делаем задачу действительно прикладную, то мы, конечно, разговариваем с заказчиком. То есть разговариваем, если это для больницы, то разговариваем с менеджерами, с врачами. То есть насколько важен какой критерий. Вот это и есть коэффициенты. Какой критерий для нас самый главный? Например, если персонал работает слишком много, то это очень большое наказание, это очень дорого. Можно просто стоимость включить. Вот. Второе, что мы делаем, это, конечно, устойчивость решения. То есть мы всегда пытаемся менять эти коэффициенты и смотреть, какое решение мы получаем. Если мы видим, что какой-то коэффициент очень критическое значение имеет, что если мы чуть-чуть изменим, решение очень сильно меняется, то, конечно, возможно, что даже нужно немножко менять подход к составлению расписания, потому что нам хочется решений устойчивых, которые не очень сильно зависят от коэффициентов, по крайней мере, от маленьких изменений. Потому что часто бывает иногда так, что маленькие изменения ведут к большим изменениям в решении. Это нежелательно. Вот. Хорошо, спасибо большое. Интересный вопрос про коэффициенты, на мой взгляд. И еще у нас была рука где-то здесь поближе. Я помню, вот молодой человек вначале в синий. Да, привстаньте, тогда волонтеру будет удобнее передать вам микрофон. Да. Спасибо. Если можно вернуться вот к доске, там... Мне это вернуться? К вам. Да, это, да, к вам. Да, да. Это к вам. Хорошо, да. Не удалось открутиться в этот раз. Вопрос такого характера, не очень понял такой момент. Если мы говорим, когда у нас идет две помехи, вот вы написали, меньше или равно двух помех. Ну а что у нас происходит в месте пересечения этих двух окружностей? Нет, я немножко другое сказал. Они вообще не должны пересекаться, эти круги. А, вообще не должны. То есть мы хотим добиться того, чтобы эти круги вообще не пересекались. Даже по границам, то есть чтобы границы тоже нигде не касались друг друга. Потому что если мы этого добьемся, это будет означать следующее, что взяв вот это в качестве кодового слова, мы в результате не более чем двух помех можем получить только то слово, которое находится внутри вот этого круга. Взяв вот это в качестве кодового слова, мы тоже сможем получить в результате не более чем двух помех только такие слова, которые находятся внутри этого круга. То есть списки вот этих слов и списки вот этих слов не будут вовсе пересекаться. И это приведет нас к успеху, как в том в примере с мамой и папой. То есть наша задача построить как можно больше не пересекающихся кругов. Вот ясно. Именно этого хотелось сделать. То есть сделать. Просто есть такой момент, если у нас в итоге две окружности пересекаются, то у нас получается есть одно такое каверзное слово, которое будет... Да-да-да, конечно, если они пересекаются хотя бы по границе, то все, уже беда. Угу, все ясно, спасибо. Спасибо большое, очень верно подметили, мне кажется, это хорошо произошло. Нет, очень важно, да, прокомментировать, чтобы уже действительно все было понятно. Вот, и еще один вопрос, молодой человек, да. Здравствуйте. Мне очень заинтересовала тема целочисленного линейного программирования. Я вообще впервые даже услышал об этом. Mm-hmm. А с чего можно начать, чтобы вникнуть в нее? Ну, можете с нашей книжки начать. Спасибо. Наша книжка популярная. Нет, это шут. Наша книжка популярная. Надо просто... Да, так, чтобы... Надо почитать все-таки какие-то учебники. Потому что... Я просто думаю, какой. Есть книжка того же Александра Шрейвера по оптимизации, но она достаточно продвинутая. Это прям вот такой многотомник. Нет, вот. Для начального. Но для начальной, ну, мне надо немножко подумать, посмотреть, потому что я больше знаю англоязычную литературу. Но просто надо посмотреть учебник для университета, для оптимизации, и можно начать с учебника, который, скажем, рассчитан не на студентов-математиков, а на, скажем, студентов-инженеров. Ну, я могу, например, так сказать. Вот сейчас я, видимо, отключился. Нет, нормально все, да? Нет, нормально. Все хорошо слышно. У нас на физтехе есть и кафедра, и большая структура, которая в том числе читает вот такие курсы. У меня кафедра дискретной математики, в частности, там есть. У нас есть даже собственная методичка. Она, в общем, такая достаточно доступная. Ее написал один из наших замечательных преподавателей. Дайняк такой. Я думаю, что вот если ее почитать, то уже будет хорошо. Ну, вот вам конкретная рекомендация. Ну, то есть, спасибо. Например, смотрите, если вы мне напишите по e-mail, а мой e-mail лежит в открытом доступе в интернете, то я вам пришлю ссылку. Хорошо. И, конечно же, начните свой поиск с Яндекса. Яндекс найдется, все. Очередные шуточки, да. Если еще вопросы, поднимайте руки. У нас вот буквально есть немножечко времени, и вы можете стать счастливчиком. Да, есть, вот, давайте. Спасибо большое, что нас посетили и выступили. Мне очень понравилось. У меня такой общий вопрос.
решили ли вы для себя задачу, как все-таки заинтересовать человека математикой? Хорошо работать с умными учениками, которые ну, уже и заинтересованы. Но вы для себя лично нашли ответ, как заинтересовать молодого человека в наше время? Нет, но полного ответа здесь нет. Нелли для этого делает совершенно конкретные действия. Вот она уже говорила, что у нее есть блог. Она сейчас об этом тоже, наверное, скажет. Решить этот вопрос полностью невозможно. Понятно, что чем больше ты ездишь и чем больше ты людям что-то рассказываешь или там через интернет это делаешь, тем больше вероятность успеха. Но, конечно, всегда бывают случаи, когда трудно все-таки заинтересовать, и нужно каждый раз искать какой-то индивидуальный подход. Вы знаете, я вам отвечу тоже еще немножко конкретно, что в издательстве «Миф» скоро выйдет книга Джо Боулер. Я ее читала, и даже, по-моему, будет мой отзыв на обложке этой книги. Джо Боулер — профессор Стэнфордского университета, и она занимается именно изучением математики. Вообще методология математики в школе сейчас просто тема очень взрывная во всей дидактике, как выяснилось. Я это выяснила, когда я начала рассказывать лекции по этой книжке, а люди приходили с вопросом, кому нужна математика, типа, зачем мне знать, что такое логарифм? Приходили люди. Зачем моему ребенку мучиться с синусами и косинусами? Вот с какими вопросами. И я стала читать на эту тему тоже. И вот Джо Боулер меня потрясла. И она рассказывает про новые методы изучения математики. Мне кажется, что проблема во многом в том, что школьная математика очень не соответствует настоящей математике. Настоящая математика понравится всем, любому ребенку. В школе математика — это запоминание, это главный правильный ответ, это индивидуальная работа. Настоящая математика — это никакого запоминания. Правда? Ну, в общем, ну, да. Ну, в общем, да. Вот. Это постоянные дискуссии, постоянные споры, постоянные ошибки. В школе ошибка — сразу минус, зачеркнули, там снизили оценку. Нет, но она, конечно, запоминается, не запомнить ее нельзя, это понятно. Запоминается, да. Когда много делаешь, естественно. Но настоящая математика — это обсуждение, ошибки, креативный процесс, понимаете? А школьная математика — это все, ну, типа, зубрежка стандартных приемов. В каком-то смысле логика и комбинаторика, вот такая вот настоящая математика, логика, как построить рассуждение, чтобы что-то доказать. А дальше на это накладываются и синусы, и логарифмы, и что хотите. Я хочу вам сказать, что вот если вы хотите действительно серьезно мотивировать детей к математике, то вот книга Боулер вам очень поможет. Но вот одна из вещей, две вещи, пожалуй, я могу назвать, которые напишет очень коротко, Саша уже нервничает. Вот. Во-первых, она предлагает давать этим задачи из серии «Низкий пол, высокий потолок». То есть задача, где первые шаги может сделать каждый, но конца этой задачи нет. Ну, например, скажем, вы выкладываете фигуру какую-то, и с каждым слоем фигура увеличивается. И сколько квадратиков в этой фигуре? Ну, в первых трех шагах каждый ребенок может посчитать, сколько квадратиков. А закономерность выяснить — это уже более сложная задача. Вот. И второе, она говорит, надо работать в команде. Надо иметь возможность обсуждать. И не надо делить детей на сильных и слабых, потому что в другой задаче какой-то другой ребенок может прийти с хорошей идеей. И вот я могу сказать, что, скажем, моей дочери проблема в школе с математикой, моей собственной дочери, но я ей попробовала по принципу Боулер дать задачку, которая была немножко более творческой, где у нее, ей нужно было немножко, ну, как-то самой подумать, а не выучить формулу. И ей понравилось, когда она догадалась, то она была так рада, понимаете? То есть детям надо дать возможность креативно мыслить математически, тогда им будет это очень нравиться, потому что математическая догадка, ну вот нет просто ничего более приятного, ну, может быть, есть, но это потрясающее ощущение до чего-то додуматься в математике и вдруг увидеть эту связь, и вот это озарение, это любому ребенку. Просто ему надо дать возможность это озарение почувствовать. И вот конкретно книга Боулер очень может в этом помочь. Спасибо большое. Это хороший вопрос, который на такой вот позитивной ноте мы и закончим сессию вопросов-ответов.